Ой, да хорошо вы! Есть попадание! Лучше, сука! Попадание! 5500, вы прикиньте, 5500 я нашвырял. Когда у каждого практически на телефоне есть бомба. Вот. И поэтому я думаю, что резину надо менять заранее. Ладно, некогда мне. Супер коня лучше. Ой, да хорошо вы! Прям все в кучу там. Нормально, слушай, я ему. Карта неплохая, надо вот сюда сейчас помочь. Надо гору маленечко разгрузить у нас. Есть попадание. Но это, конечно, не то, что я хотел. Вот это вообще должен отрабатывать центр. Хреново. Да, гору надо. Первые заморозки в декабре. А, ебар у нас еще живой, ладно, хрен с ним. Чтобы забрать его. Я с таким большим каким-то упреждением сейчас дал. Хорош, хорош, ебра. Сбрили. Отсветится, наверное. Но он зад-вперед катает, смотри. Нет. А чё с Е5-м? Болеет, что ли? Ещё попасть по нему, да? Слушай, за ним сейчас может такая толпа двинуться. Таких же безумцев. Андрей, назад поехала. Есть попадание. Вафля откисла. А, ебра забрали, сука. Это печально. Что, он как-то показал, что типа будто туда залетело, что ли? Попадать надо. Бат, не спеши. Наверное, отсветится. Не успею я по нему дать. 3-2. Успею?
Просто РВ засветилось. Ну, что-то нет. Ничего, наверное, не задел я его даже. Вваливать будут. Хорош. Мужики, тормозите их. Попадать, попадать. Самое главное, попадать. Хорош, хорош. Пойдет размен. Это СТРВ здесь по-любому стоит. Он оползет. Попали. Хорош. Хорош, сука. Держимся, но. Вот это бой. Надо успевать. Вообще, ты смотри, я на все просто туда-сюда. Но... центр бы еще. Там вот этот конь, который посередине стоит, у него ХП практически нету уже. Опа. Есть попадание. Лучше, сука. Блять, они же сейчас тут лезут по-любому. Чё там? А, бабаха, слушай. Они сейчас могут от этой бабахи откисать прям вообще, ну. СТТБ ни хрена, Диман куда свалил? Светят они. Будет он светить? Юда до сих пор там. Слушай, это хорошо. А вот это плохо. До сих пор тут этот кобра. Мало. Я что-то думаю, надо вот туда уже перемещаться потихонечку. Потому что у меня снарядов-то фонарь остался. Давай, братан, светись. Попадание. Да, когда на рыбалку, слушай, надо, да. А здесь же кусты вроде были раньше. Снарядов-то нету уже ни хрена. Вот и все. Центра у нас нет. Короче, скорее всего, тут достоим.
доберут. Сука, бат. Надо, наверное, этих фугасных еще уменьшать. Все, у меня кончились. Остались бронебойные только эти. Хорош. Хорош. Сейчас там где-то бабаха уже должна подтянуться. И мы бабышечки-то на фулку как закинем сейчас, да? 2 минуты решили двинуться. Сейчас, наверное, Крайслер здесь светить будет. Вот здесь еще, ладно. Держать. О, жесть. Давайте мне бабаху, я хочу 5,5 нашвырять. Так. Успею еще. Если кто-то засветит, конечно, успею. О, бабаха. Ну, ее, наверное, сбреют сейчас. А еще и вперед куда-то. Вы видите вообще это? Думал, заберу. Прикинь бы, забрал еще. Пятак был бы. Вот это неплохое. Вот это бой. Пусть, конечно, он закончился не так, как мне хотелось, не с победой, с ничьей. Но все же это мастер. 5500, вы прикиньте, 5500 я нашвырял, но. Вафля, которая у них даже вообще не светилась, тоже 3200 дала. Бля, это жестко. Жестко, конечно.